хочет работать во благо народа. И свою жизнь он посвятил этому именно. Поэтому у меня вообще слов нету. То, что сейчас вот происходит, люди тоже понимают, народ тоже понимает. Поэтому я надеюсь, что народ полностью поддержит, 100% поддержит. Справедливее народа, мудрее народа, умнее народа. Я вот сколько живу, сейчас мне 65 лет, да, я не встречала народ, он сам все прекрасно понимает. Поэтому это какое-то недоразумение, я бы так сказала. Я хвалить не хочу сына, я говорю то, что как есть. Он, мой сын Сапар. КГБ, будет работать значит, в этом отношении, понимаете, воспитание такое. Я отец тоже, вот, 45 лет работал в Орской области. Помогал людям строить хорошую жизнь. По тому же пути идет его сын. Поэтому я горжусь.